Всем здорова, с вами Эвр. Сегодня будем проходить различные карты головоломки в Майнкрафте. Сегодня у нас карта под названием «Цветные комнаты». Про нее на самом деле не так уж много было написано, только то, что у нас тут будут цветные комнаты, и они какие-то там особенные. Ну, окей, у нас тут есть правила. А проходить режим приключений, прорисовка 20 чанков. Ничего себе. Настройки графики. Давайте 4. Не, мне кажется, 20 для меня слишком может быть много. Пролагивать начинает аж сильно. Так, ладно. Приятной игры. Так, ну у нас еще есть какая-то пустая кнопочка. А, это создатели. Ну окей, давайте нажмем на старт тогда. Рестедит, ага, прикольно. Я вижу, уже там у нас какой-то ник. Ну, не ник, а что-то там такое еще. Такой, кто? А. Окей, карта типа... Блин, на самом деле уже прикольно. А если я пройду вот так? Опа, что-то появится. Нас телепортировал, потому что там никого я больше не вижу. В инвентаре у нас... Ё-моё, дурацкая мышка, все время отходит. Так, в инвентаре у нас тоже вроде ничего нету. Хм-хм-хм-хм-хм. Вот это что же нам надо делать? Не знаю даже. Так, окей, ну в принципе, что делать, я нам не знаю. У нас в инвентаре ничего нет. Ага. Угу. Ого, смотрите. Вообще ничего не понятно, где работает. Ну, типа... Ладно, очень странно, но мы поняли. А, хорошо, комната. Я думал, за нами закроют дверь. А, возможно, походить по углам, что-то мне как-то дёргается. Всё, так. Задом. Ага, ага. Окей, в принципе, пока что ничего сложного. А, здесь, типа, одна и та же комната. Он нас вроде не телепортирует никуда, ну, либо я это не чувствую. Мы ходим кругами, а если я пойду назад? Если я пойду назад? Нет, идти назад, мне кажется, нету смысла. Ну, зачем идти назад, если вроде пока что можно идти вперед. Ага, все. Окей, мы дошли до тупика. Давайте здесь, окей, потыкаемся в каждую фигню, а то мало ли опять что-нибудь нет, не сработает. Было написано, что там работает на триггерах. Ну, ладно. Чувак, ага. Окей, зеленый уровень 2. Ничего себе, мы справились с первым уровнем, уже неплохо. Ну, не знаю, первая часть какая-то такая себе была. Ну, первый уровень был не очень, просто ходили, вроде никакой головоломки мы не нашли. Так, сюда и сюда. Отлично. Земля, ставить на камень. Ага, ставить на камень. Камень у нас, вот здесь, значит, должен быть. Угу. Уже заметил, что тут появился проход. Сюда. А? И камушек. Хорошо, теперь, думаю, можно пойти обратно, ведь, да? Можно теперь пойти обратно. Угу. Что-то здесь у нас произошло. Ага, все, тут у нас открылся проход. Куча непонятных лестниц. Тут, в принципе, несложно выбраться. Даже было легко выбраться. Что вот это вот такое происходит? Что это такое? Надо это как-то убирать. Угу. Так, погодьте. Нет, так тяжело уж слишком. Так, в инвентаре у нас надо все время проверять наш инвентарь. Мало ли нам где ничего не запихнули. Окей, короче, походу нужно возвращаться обратно, потому что там вроде что-то поменялось, а вроде ничего не поменялось. А теперь я что-то отсюда выбраться не могу. А, нет, могу. Так. Хорошо, что-то у нас должно было где-то, значит, поменяться. Или же нет? Там, блин, там в том комнате вроде ничего не поменялось. Тогда зачем, вопрос, нам нужна желтая комната? Вот такие карты, чем мне не нравится. Возможно, в желтой комнате что-то есть, но мы просто этого не сумели заметить. Ну или просто не туда, в какое-то место не наступили. Хотя я вроде там уже все исходил. Ну давайте еще раз попробуем. Давайте, почему бы и нет? Почему бы и нет, давайте попрыгаем. Ничего же нигде не открывается, да? Окей, вот как каждую вот эту вот часть схожу тут. Каждый блок, ну все, нет, ничего не открывается. Хм-хм-хм-хм-хм. Что там нам делать? Лестница тоже вот... подозрительный. Окей, да. Блин. Все время идешь и думаешь, что вот эта комната закрыта. А, вот оно как. Мы уже открыли то, что нам нужно было.
Что-то где-то произошло, мне кажется. И теперь нам надо в синюю комнату, да? Нет, не в синюю, а в какую? В этой комнате мы только что с вами были, да? Только что с ней здесь были. Хорошо. Так, куда дальше? Так, ребята, короче, в общем-таки, я даже сумел исправить вот эти вот дребезжания, да. Теперь опять в желтую комнату, что ли, идти? Вот просто, я не знаю. Да, надо было идти в желтую комнату, капец. Уровень 3, ну окей, уровень 2 был уже поинтереснее. Ага. О. Здесь пойти есть какой-то путь, по которому мы прошли. Ну хорошо, что не паркурить надо было. Есть блок земли. О, мы его забрали, вот это прикольно. А его можно ставить, пойди на камень. Да, его можно поставить на камень. Вопрос, где у нас камень? Да ё-моё, я думал допрыгнуть с меня, но нет. Так, сюда и сюда, окей. А, паркур у нас. А, ё-моё. С этой стороны на лестницу нельзя залезть, значит можно с этой. Дальше можно. Отлично. И поставили сюда. Теперь мы можем отсюда упаркурить. Ну, здесь уже паркур легкий. Ну, конечно, легкий паркур, почему-то по которому я не могу пропрыгать. Ну что это такое начинается? Ох, слишком давно не проходил паркур карты в Майнкрафте. Надо будет потренироваться уже. Ладно, бежим дальше. А у нас открылась новая комнатка. Ну конечно, думаете, так будет легко пройти. А подождите, нет, это не новая комната открылась. Эта комната у нас была изначально. Тогда странно. Значит, у них что-то должно было измениться. Да, открылся еще проход. Вот, смотрите, сейчас мы заходим в синюю комнату. Что-то явно должно же было где-то произойти. Ага. Лабиринт. Значит, все-таки лабиринт. Ну, давайте. Так, ну тут я уже вижу тупик. Блин, жалко, нельзя со спринтом. А, как это медленно. Нам, значит, нельзя ошибаться. Но тут, в принципе, ничего сложного нету. Просто вот так вот пролететь. У нас левитация, она бесконечна, да? Левитация бесконечная. Так, ну вот здесь, ну здесь, скорее всего, сюда надо будет. И... Вот он, да, все окей. Фух. Следующий лабиринт, это уже... Мы можем, наверное, побыстрее как-то придумать. Вот, да, здесь как-то побыстрее получается. Фух. Так. Выход у нас будет в любой точке, это мы уже запомнили. Ну, скорее всего, где-то здесь, да. Слишком там все было закручено, окей. Следующий. Еще один лабиринт. Сколько тут их таких будет? Или, прикиньте, это все тот же самый, только это перевернуто уже. Так, нам не сюда, значит. Значит, нужно сюда. Вариантов тут немного. Так, это мы отсюда пришли, да? Это мы отсюда пришли. Ну, наверное-таки, я думаю, куда-то вот сюда вот нам нужно. Куда-то вот сюда вот. Нет, не сюда. Кстати, заметьте, у нас тут уже красный потолок. Значит, возможно. Это у нас последний лабиринт. А возможно и нет. Кто его знает? Так, ага. И давай. Мы же сюда долго ползем, но это оно. Должно быть явно оно. Угу. Так, тут пусто. Значит, ну все, вариантов-то вообще не осталось. Либо туда. Блин, ну я сомневаюсь, что сюда. Хотя, кто его знает? Ё-моё, тут слишком много развилок. Но мы уже практически каждую из них исходили. Все, окей. Уровень 4. Уровень 4. У нас будто скорость.
Я не эксперт, конечно, но мне я бы сделал лично вот так вот. Не, ну вообще. Что мне делать? Мне их надо как-то покрутить. А, все. Окей. Методом тыка. Опять. Так, сюда. Тут можно было просто запрыгнуть. Черная комната. Ну, в принципе, тут все равно все видно, прекрасно видно. Что же мне делать в этой черной комнате? Угу. Заметьте, проход закрыт, да? Вот сейчас проход закрыт. И вот сейчас он откроется. Значит, тогда должно было где-то произойти, нам типа, мол, говорят, иди обратно. Давайте вернемся обратно. Ага, вот у нас. Так, получается, нам вот сюда, вот в голубую комнату. Ну, походили, все, походили, побыли здесь. Выходим отсюда. Что-то, значит, где-то еще должно. Ага, вон у нас еще одна желтая комнатка. Ой, нет, не получилось. Ну, ладно. Ладно, ладно. Сейчас где-то сбоку, может, будет проход. И что? И куда мне? Ага. Ползем и вот сюда вот. Окей. Опять желтая комнатка. Постояли здесь, значит, что-то где-то уже должно было явно произойти. Идем обратно. Могло ли это произойти в черной комнате? Вообще, безусловно, могло. Но тут ничего не произошло. Открывайте, пожалуйста, дверь. Откройте дверь. Дверь откройте. Ну, не дверь, а проход. Так, стену откройте. Ага, все, у нас открылась белая комнатка. А... Что это? Был звук какой-то странный. А может, не показалось. Ладно, что у нас тут? Стоит на камень. Хорошо, нужно это, значит, в каком-то правильном порядке расставить. Значит, нужно смотреть, откуда считать. А если я поставлю, к примеру, и что дальше, и это будет неправильная комбинация? Ну, оранжевый, желтый, зеленый, белый. А, я их могу вот таким образом ломать. Вот это прикольно сделано. Хорошо, так, тогда что от нас хотят? Фиолетовая комната. Так, ну, вот у нас была оранжевая, потом была желтая. Так, оранжевая, желтая, так, черная, получается, нету. Оранжевая, желтая. Потом мы пошли в голубую. А зеленой не было. Ну, типа, оранжевая, желтая, пошли в голубую, белая, зеленая. Нет, тоже что-то не то. Хорошо, в каком порядке нам это нужно расставить? Это явно должна быть подсказка. Подсказка. Ну где она у нас? Угу. А там сейчас кажется, вспоминай там в каких цветах, какой цвет, допустим, преобладает на первом и на четвертом уровнях. Ну и что, давай, давай, давай. Ух. Если возможно, подсказка где-то будет в черной комнате, потому что вроде такая комната бесцветная. Вот у нас пропадает тут дверь, да? Больше тут ничего не происходит. Это, видимо, комната нам нужна была только ради того, чтобы мы открыли что-то другое. Ну вот, смотрите-ка. Вот тут желтая комната, да? Больше, ну, короче, в комнатах вообще ничего нету. Значит, а что нам надо сделать? Угу. Хм-хм-хм. Давайте это все дело сломаем. Таблички. Ага. Ага. Готово, да? Она не готова. А, нам пишут, если цвет нужен, ё-моё. А, ну так бы сразу, если честно, бы сказали. Ну, значит, без вариантов зеленый. Готово, давайте. Нет, ой, не тот, хотел белый сюда поставить. Белый и желтый. Ну окей, тогда уже ладно. Надо было сразу это попытаться сделать. И у нас вот тут открылся проход. Это нам туда надо? Или это просто карта? Немного сломалась. Давайте мы это поставим на место. Потому что в сундуке нет сундуке ничего. У нас вроде тоже в инвентаре ничего. Хорошо. Значит, бежим сюда. И вижу, у нас зеленая комната уже открылась. Поэтому... Да ё-моё, надо как-то выдвигаться. Давай. Дальше наискосок сюда.
Не знаю, все хорошо. Зеленая комнатка. Конец. Следующая карта скоро. Окей, ребята. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Вот такая вот глава с вами будет прощаться. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи и всем пока.